Всем салют, я продолжаю играть в Skyrim, и тут такое дело, короче, этот чувак, он этого чувака догнал, и он его убил. Вот. Это я к тому, что если вы смотрели конец прошлой серии, то вы понимаете, о чем я. Я так подумал, что, ну, если он его убил, то лук-то сам по себе не очень, да. Мне он не нужен. Нужно что-то, да. Да. Ага, а, да, я хотел ему лук отдать, который у него украли, но, походу... Он не хочет со мной дружить, поэтому как хочешь. То есть просто чувак прибежал мне, говорит, подержи, я потом заберу, потом прибегает, это говорит, ты этого не видел, я говорю, нет, типа не видел, он его сам увидел, он его убил, и я думаю, ну я тебе отдам лук, ну как бы вот уже нет, и вот короче как-то вот так вот. Окей, так, что будет у нас в этой серии? В этой серии я пойду в Ральдхар. Разыскать осколки Эстерия. Еще 3 штуки мне надо. Но перед этим я схожу домой. Я схожу домой и я выложу немножко инвентаря. Потому что я дракона убивал, мясо, я кости с собой его ношу. Потому что там еще что-то. Ну я не знаю. Короче, зайду на секундочку домой и выложу, освобожу себе инвентарь. Оттуда пойду уже толком Эстерния, да, также вроде правильно. О, так, что-то долго грузишься. Так, побежали. Кстати, блин, у меня Софи просила, чтобы я ей купил платье. А я забыл купить ей платье. Она где-то стырить будет платье, носить с собой платье и куклу. Чтобы подарить Софи. Вот Софи. Папа, ты дома? Привет. Эй, у меня тут кое-что есть. Надеюсь, тебе понравится. Большой камень душ? Ты, конечно, молодец. Дочурка. Так. Кстати. Подожди. Лидия. Здравствуй, любовь моя. Мы получаем небольшой доход. Вот, это твоя доля, любовь моя. 700. Ух ты, хорошо так. Прощай, любовь моя. Давай я, короче, выложу всякий хлам, который у меня накопился. Аметист, гранат. Эти я не выкладываю, я их с собой ношу. Это вот все я слаживаю. Кость дракона складываю, чеша складываю. Барензи я не могу ничего с ним сделать. Вот это сложу. Осколок Эстерния, отмычка. Надо выкинуть пчела в банке. Да нахрена я его с собой ношу. Хитин. Да, тоже надо выкинуть. Черный камень душ. Так, 385. У меня общий вес. Отчего же. Они в доках говорят, что могут дышать под водой. Я очень за них рад. Почему у меня так сильно забит инвентарь? Чем? Снять зачарование. Давай я стеклянный лук молнии я сниму, потому что лук так себе. Угу. А подожди. Эбонитовая булава, у меня на ней нету чарки. Почему бы мне ее не зачаровать? Зачарование. Нежить 10 уровня обращается бегство, поглощение 10 за поглощение. Сейчас я на него какую-то чарну на что-то. Его существа обращаются бегство, отнимают. Нет. Ага. Не так вот. Вносит цели 10 единиц урона электричеством и отнимает вдвое меньше количество единиц магии. Вносит 10 единиц холдом и такой же урон запасу сил. Давай, короче, холода я на него чарну. Угу. Да, вот так вот. А камень душ какой? Вот так вот.
на 107 зарядов, да, мне хватит 107 зарядов? Да. Создать. Да. Круто. Зачаровали. Так, а теперь, значит, блин, сколько у меня всего валяется тут. Реально вопрос. 370. От чего? У меня 370 забито. Чем? Селья. Оружие, да, может, оружие. Фармерский меч. Надо его выкинуть. Я его сюда положу просто. Сейчас. Ну, я говорю то, что, ребят, ну вы сори, но надо, короче, мне это сделать. Зефир. А, зефир. А я не могу зефир расчаровать, тогда я зефир сложу. Роза. Розу тоже положу, зачем она мне? Меч положу. 333. Ну, чем у меня занят инвентарь? У меня нету ничего вообще в инвентаре. Реально, ничего. Ингредиенты. А, ну да, я же, в принципе... Ну, я, конечно, собирал ингредиенты, но не настолько, чтобы прям так забить свой инвентарь. Ну... А может быть и так. Хорошо. Ладно. Хватит 5 минут на это все. Я выделил из серии. Я понимаю то, что в начале видео должно быть что-то интересное, да? Типа как, чтобы привлечь зрителя и так далее. На! Мы не ищем легких путей, у нас все хардкорно. Ну так сложилось. Я просто снимаю, как я играю, да и все. Так, что? Я сохранюсь, кстати. И мне надо попасть вот где? Вот сюда вот. Ой, там уже был даже? Ух ты, так замечательно, если там был. Это этот Бэтмен, да, типа, Две мерзкие Бэтмены. Надо качнуть себе. Давай я себе качну. Здоровье. А что способность, я не знаю, пусть будет так. Вопрос на засыпку. Ты плохой? Да, он плохой. А, их тут много, да? Так и стой. Не попал? Стоп. Блять, ты что-то дергаешься? Ну, короче, его сейчас Малдер сам зарешает. Бандит, золото. И хрень. А у тебя стрела, гранат, золото, слиток. И хрень. Стрелы? Почему бы стрелы? Почему стрелы валяются без дела? Это же дорогие, хорошие стрелы. Причем мои. Эльфийские, стрела, золото. Блять, зачем мне эль? Ну ладно. Пусть будет так. Заходим. Ральндубхар. Так, получается, что? Я тут уже был, да? Если он мне исследован, если сюда быстрым прям перемещением попал. Карту откроем. Нет, я тут не был. Тогда сохраняемся. И тело спит. Ух ты, блядь. Что? Что за глюки такие странные? Давай, Малдер, добивай его. Все, давай. Дело за тобой. Золото? Ух ты, хорошо, золото зашло. Так, а как тут быть? А, должен, типа, успеть пробежать, да?
вообще делают бандиты? Припечатал так. Ух ты, это я ему тут трехкратный урон, но я его еле. Да, блин, что ты подлагиваешь-то? Это же Skyrim, тут нечему лагать. Так, мне вот тот чувак не нравится, где он там? Вон он. Ну давай, у нас с тобой личная перестрелка. Ух ты! Не попал. Блять, я в колдера стрельнул. Так, ладненько. Ты там пока решай вопросы с чуваком, а я тут полутаю. Угу. Нечего стесняться. Не надо стесняться. От меня не спрятаться. Что? Малдер, я не понял, какого хера? Сдавайся, пока еще можно, ты знаешь. Добивай. Вот ты можешь только добивать, да, я так понял? Хм. Ну, нельзя на тебя положиться просто. Сказал тебе добей, а ты добить прям не можешь. Отмычка, стрелы, говно. Так. А тебя? А, или это другой уже, да, походу был? Наверное. А, тогда сори, если зря на тебя наговаривал, то сори. Возможно, просто то, что он этого добил, которого я ему дал, а это новый прибежал какой-то. Так, вопрос. Правильно я иду? Мастер. Ну, я, конечно, мастер. Вот. Мастер. Мастер, ёпта. Что? Я не понимаю. Я не понимаю хронологии. Что? А, блядь, он больше не стреляет. А этот чувак-то ходит, типа... Типа он вообще не понял, что произошло. Хм. Ага, я мог... Ага, я понял. Я просто обошел этих ребят. А смысл? А зачем? Ух ты. Еще, да? Да, выбегай, я тебя... Блядь. Угу, не получилось. Сделать сюрприз. Ну ладно. Короче, чё ты, блядь? Беру я эбонитовый молот. Ой, булава. Эбонитовая булава. Пока. Так, теперь мы можем, короче, вас лутать. Золото, говно, 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 говно. У тебя что? Золото, ключ и говно. А у тебя... Ясненько. Так, подожди, а кого? А вот этого я еще не лутал. Ага, он вообще ни о чем. А тут эксперт. А, ты мог типа напрямую. Ага, я понял. Я понял.
А тут, походу, как раз ключ был от этих дверей. Нет, не от этих дверей. Ладно, тогда я беру обратно лук и пошли. Мог сюда попасть, я понял. Книжка валяется. Книжка ни о чем. Эй! Нет, шлем мне не надо. А вот слитки мне надо. Это же сундучок. И вот сундук. Ага, он закрыт. Блять! Уровень ученик, я его засрал, да? Спасибо. Так, тут что? Тут ничего. Тут ничего. Мастер. Ну, мастер, я мастер. Блять, 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 блять. Эй! Вот тут же ж, ну. Ах, ты ж курва. Да, блядь, ну что ты ломаешься каждый раз-то? Вот. Спасибо. 37. 35. И 28. Двемерский щит подавления мороза. Это интересно, что давай. Влезет определенный холоду на 50. А броня у него 32. А у меня, кстати, какой щит стоит? 36. В принципе, что, и у тебя орочий щит. Ну ладно, я его с собой пока что потягаю, может, я его потом расчарую, что ли. Хотя думаю, что у меня есть точарка, но неважно. Так, не палимся. Как далеко мне еще идти? А, не очень-то и далеко. Там машины какие-то, ловушки. Блять, спалился. А кто? Я слышу звуки. А, Колдер там воюет, а я тут, короче, в стелсе сижу, я понял. Я понял. Ну, сори, Колдер, что так случилось. Что тут за бензин? Разлито. А кстати, а реально, это же походу бензин. Мне вот просто, чисто просто интересно. Разрушение, обморожение. Нет, пламя. Да. Ух ты, блядь. Это реально был бензин. И я так мог делать. И я просто удивлен. Я не знал про такие свойства. Я не знал про такие свойства, что такое бывает. Вот это вот я просто заметил, то, что он так блестит, как будто бензин. И решил его поджечь. Я был прав. Но для меня это действительно открытие. Серьезно, я не знал. Так, переходим в режим стелса. И, кстати, надо тут сохраниться, почему бы нет. Я просто чё отбежал, потому что я слышал, как там эта хрень колбасится, эта, которая... Да я что, встал на какую-то нажимную плиту? Ага, стрела. А чё она включается? Вот объясни мне. От чего? Она включается по времени или... Я тут сохранюсь на всякий случай. Потому что пройти его надо.
А как пройти-то? Она включается, значит, не по времени, она включается от близости, да? Я могу ее разрушить как-то? Походу нет. Окей, я главное то, что я сохранился. Я попробую сейчас тогда сделать обманный маневр. Ага, ну Колдору там, конечно, как обычно, тяжело. Блять. Ага, ну тут ко мне уже херня это лезет. Ну давай, пройди, выживи. Пройди и выживи. Блять, его сейчас добьют, нет? Он прошел? Давай, 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 добеги сюда. Блять, ну Колдер, ну не тупи же, ну не будь ты идиотом. А, нормально все. Ага, ну ты спалился. Блять, я спалился. Ой, сори. Короче, я беру эбонитовую булаву, потому что стрелами это долго с вами. Ты чё так? Я тоже так могу, смотри. Думаешь, только ты так умеешь силовые атаки проводить? Блять. Хрень какую-то взял. Ладно, так. Лук. Что тут? Ага, то есть это если я буду проходить, оно меня может на него спихнуть. Так а в чем проблема? А, ну да. Вот в чем проблема. Я тут сохранюсь, на всякий случай. Пробежали. Я пробежал, а ты? И ты молодец. Так, что тут еще есть? Ничего, да? Ничего. Хлам. Хлам. Сундучок, мастер. Ну, давай вот так вот, нет, блядь, вот, нет, вот так, нет, блядь. Нет, а, подожди, вот, да. Да. Эбонитовые сапоги, ну, золото хотя бы меня порадовало, а это все остальное хлам. Так, мне это вот, блядь. Колдер, блядь, вмешивайся! Ага. А у Колдера, походу, неплохо с... как-то... кризис там к магии. Я стрелу подниму. Она же тут упала где-то, где она? Вот стрела моя. Сохранюсь. Все, я пришел, да? Я пришел. Да. Так, тут какой-то палево, блядь. Сюда иди. Блин, а он неплохо рубит. Он, у меня такое чувство, что, то, что он рубит даже покруче, чем я. Но у него урон как-то побольше вроде. Потому что он бывает с одной-две тычки, он тупо всех сносит. Что-то тут не то. Куда я? Я куда-то типа перемещаюсь? Там было написано открыть какой-то там рынок. Это я только на левел вниз спустился.
Так, понятно. Давай берем лук. Я же думаю, как-то, блин, коротенько получилось. Так, я буду идти сюда, потому что, ну да, тут, это ж херня. Ну, Колдер, конечно, сейчас получит. Блять, как он перекатывается? Вот как-то надо тоже научиться перекатываться. Я... Это в талантах? В талантах где-то надо это сделать, но я... Блять, Колдер. Ты залупаешься или что? Давай, 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 пока она там, давай. Хух, молодец, успел. Так, вот тут вот что? Это злокрысы. Вот там вот раз чувак, вот там вот два чувак. Я сохраняюсь тогда. Попробуем неприметно их посносить. Ага, и три чувак. Ага, и меня сходу заметили. Блять, чё ты толкаешься, а? Блять, хоть в кого-то давай попаду. Вот так вот. Блин, не люблю. Все, ты его добиваешь. Так, золото, яд, ухо, говно. Золото... Говно. А зачем... Блядь, скажи, зачем ты открыл ворота? Вот объясни мне. Я не понимаю иногда своего напарника. Логику его. Норт. Человеческое мясо. Нет, мне не надо. Кожа. Ладно, так. Я сохранюсь, потому что мы это... Эту часть мы тут прошли. Меня видят. Кто меня видит? Лично я никого не вижу. Не, я слышу какой-то звук. Но я даже не могу понять, где он, откуда. Я посмотрю на карту. А, тут мне еще идти прилично так. Окей. А, это сесть. Ученик. Ну давай. Блять, почти. Есть. Окей. Вот тут раз чувачок, вот там два чувачок. Надо, наверное, начать с того, что поближе ко мне. Блять, что это был за глюк? Курва. Воу. Давай, я с этим, ты с тем. Ух ты! Мастер теней? Нихера себе. Не ожидал, да? Не ожидал? Прям на костерчик. А что, тебе костер урона не наносит, да? Ты же, блядь, в огне стоишь, блядь. Почему ты не получаешь урона от огня? О, все-таки дорубили его, дорубили. Хорошо. Замечательно. Так, получается, этого ты добил, а потом нарисовался тот, который крутой. Угу.
Ясненько, так берем лук. Рубин. Усиленная броня. Блин, ну, прикольно у них броня, конечно. А, блядь. Чем я стреляю? Подожди, еще раз. Оружие. Предметы. Оружие. Фалмерская стрела. Схерали ты, блядь. Я, короче, вообще выкидываю все фалмерские стрелы. Зачем? Они говняные. Стрела изгоев. 7. Выкидываю. Нафиг. Стеклянная стрела. 1. Стальная стрела. 10. 12. Так. Двемерская стрела. Двемерский болт. Окей, давай тогда стреляй двемерской стрелой. Потому что вот это вот, это они говняные, ты понимаешь? Нет, они говняные, они мало урона наносят. Я вообще не понял, подожди, куда я... Почему я сюда пришел? Только потому, что тут есть народ, я подумал, что надо идти сюда, да? На самом деле это не так. Эбонитовый боевой топор 39. А у меня сколько оружия? Эбонитовая булава 42. Ага, ну, боевой топор 39 тоже неплохо, в принципе. Да. Раньше я ходил с... Прикольно. Прикольно, значит, я правильно пошел. А то я думал, что где-то провтыкал вот туда, подъем, что ли, или как. О, смотри, как он его рубит сейчас на хп. Смотри. Он его реально так хорошенько он рубит. Я не знаю, слышь, чувак, расскажи, блин. Ты круче Давакина. Ты реально, ты уваливаешь. Просто неимоверно круто. Дай я тебе отсосу, а? Ну, прям вообще. Опять как-то чересчур просто и тихо. Нереально. Блядь! По себе, блядь! О, подожди, блядь. Я реально обосрался, блядь. Я сижу в наушниках, мне этот грохот как дал, блядь, в уши. Ух ты ж. Я реально так сыранул нормально. Пиздец, ты меня напрягаешь. Все, стоп. Главное теперь, это чтобы мой чувачок не наступил на эту, блядь, кнопку. Хух, он не наступил. Вообще, блядь, ну это пиздец. Сохраняемся. Вот я говорил, что как-то чересчур, блядь, тихо, что-то тут не... Блядь, у меня сердце начало болеть. Ой. Что-то у меня в последнее время часто сердце болит. Кнопка. Эта штука опускается, меня убивает.
Я понял, хорошо. Хорошо. Блять, я даже не знаю. Че у меня сердце в последнее время так, блять? Может, я просто как-то неправильно живу, а? Да, блять. Че ты тут застрял? Так, что-то у меня чувак начал подтупливать. Поэтому я не люблю хорроры. Поэтому я не люблю хорроры. Потому что я могу испугаться, у меня будет инфаркт и все, и пиздец. И все, и пиздец. Так, прям как-то мне... Ага, кнопка, кнопка, кнопка. А какая последовательность кнопок? Сохранюсь тогда. Ух ты, блядь! Нет, не та кнопка. Жди. Угу, я понял. Вторая кнопка. Ничего не произошло. А ну еще раз вторая кнопка. А-а. Третья кнопка. Все, убрали. Эта кнопка. Она поднимает. А зачем? Пусть будет опущена. Сохраняюсь. Мы вообще близко? Ну, в принципе, да. Если я правильно понимаю намек. Надо тут починить что-то, и что-то будет очень крутое. Блин. Тут их много. Блять, вы на меня бегут. Подожди, они убили? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, говно, говно, это плохо, они убили. Малдера, они убили. Малдера, понимаешь? Они убили его. Меня так не устраивает. Они его убили. Я не могу его потерять. Ясно. Как мне тогда быть? Все? Зарешал его, нет? Нет, блять, он жив остался. А почему мне тогда показали эту хреню? Блять, ну чё ты мне его закрываешь? Все, 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 не ори, не ори. Фух. Это что? Что это, блядь, за огонь? Посох, херня.
сохранюсь. Пока что все идет хорошо, поэтому я сохранюсь. Так, ты, по идее, даже не успеешь ко мне добежать. Смотри, он что, отхиливался, блядь? Ух ты, блядь, напугал меня, а. Резко так бегать. Блядь, реально, моему сердцу будет жопа скоро. Так у них закрываются двери. Угу. Да ну, блядь. Ну я вот угадал с первым положением, но тут надо как-то чуть-чуть выше, ниже. Чё ж ты меня бесишь-то, а? Скажи, чё ты меня бесишь? Вот. 160. Кольцо. Эбонитовый меч, 34. Ну неплохо, но не то. Орочья стрела оживляет слабого мертвеца, который будет шерстно... Говно посох. Так. Не понял. Что у тебя... Я с радостью понесу твою ношу. Что у тебя в руках? Почему он у тебя вообще? Эбонитовый боевой топор. Ну ладно, дело твое, но почему ты с посохом, честно, я не понимаю. Так, давай, ну отойди куда-нибудь, я ж так не пройду. О, прошу. Дело твое, но как-то неправильно это. Так, надо вас отсюда поубивать, а потом я рот открою. Также через... Я не могу. О. Охуеть, блядь. Я в шоке с тебя, реально, Малдор. Ух ты, блин, он еще в меня попадает. Почти, почти, вот так. Ну. Короче, хрен там. Ладно, тогда открываем эту херню. Новичок. Вот, есть. Смотри, а когда переходит в ближний бой, он сразу берет щит. Ну чё, не, я не против. Главное, чтобы ты себя при этом чувствовал. Так, нет, все, вставай. Чувствовал себя замечательно, когда ты все это делаешь. Яйца всякие пособираю. Да, блядь, на лавочку-то можно было и не садиться уже, а? Блин, ну а что бывает на стенные сундуки, кстати? Буду знать теперь. Так. Получается, все мы сделали. Я сохраняюсь. И начинается самое интересное, да? Вот убрать ногу.
Но что-то еще где-то кого-то клинит, да? Тут крутится. Тут клинит. А почему его клинит? Ага, потому что там что-то клинит. Все, тут не клинит. А тебя почему клинит? Потому что там что-то клинит, да? О, все это время тут стоял чувачок. Ты какой-то вообще, походу, незамечательный. Ни разу никого не спалил, не заметил. Сохраняюсь. И убираю косточку. И теперь эта штука должна опуститься. А, нет, не должна. Теперь все просто крутится. А я должен нажать на кнопочку. Ну? На кнопку не подано питание? Ух ты ж, блядь, а как мне на кнопку подать питание? Что ты имеешь в виду? Ага, вот тут еще не крутится. А давай подумаем, давай посмотрим. Тут крутится. Там крутится. А где ж, блядь, не крутится? Что, где я не сделал-то? Тут ничего не шумит. Тут ничего нету. А, наверное, что-то под водой, да, они подразумевают. Имеет в виду, что что-то под водой. Да. Вот так вот. Ну не просто же так они сделали тут эту херню. Все. Теперь это все замечательно. Я сохраняюсь еще раз. Привет. Блять, нахер иди ты! Малдер, блять, ты где? Малдер? Малдер, иди спасай, Малдер. Какая, ты ж, блять, танк. Малдер, блять. Я, блять, сдох. Вырвешь сердце, блять. А ну себе вырви. Так, окей. Иди, блядь, атакуй его. Блядь, сердце мне вырвет. Блядь, Малдер. Чё ты бесишь меня? Так, слышишь? Короче, я беру эбонитовую булаву, потому что это будет жопа. Давай. Да. Да. Как-то, видишь, в этот раз было попроще и побыстрее. Фух, потому что я понимал, что делать. Так, опять сохранюсь. И возьму лук. Сундучок. Имперский лук страха. Ага, нет, у меня есть очарка, так что она мне не надо. Так, ну я уже пришел. Уже пришел.
Вот там происходит что-то такое. Ага. Паук рабочий. Стрела, да? Это Карлея моя? Или как ее там? Катрия, извиняюсь, Катрия. Так, вы тогда решайте. Ух ты, блядь, они там взрываются еще. Вы тогда там решайте. А я тут полутаю. Все, они уже всех дорешали. Что так светится, что-то? Мне туда надо? А, это выход наверх, ага, я понял. Тут же все облутать, конечно же. Испорченная книга, испорченная книга. Угу. Стрелы позабираю. Так, все, с тобой что? Спасибо. С тобой. Окей. Сохраняемся. На всякий случай. Мы опять встретились. Путь был нелегкий. Пойдем. Я думаю, это здесь. Да ладно, это здесь, да? Ты так думаешь, да? А, блядь, зачем это взял, говно? Было бы прикольно, если бы она мне помогала, в принципе, всю дорогу, но она не помогала мне всю дорогу, так что, ну ладно, тогда я беру это. Должна сказать, я рада, что все закончилось. Только половина. Так, вот и второй. Полдела сделано. Я буду искать дальше. Увидимся. Угу. Окей, увидимся. Пока. Так, тогда, значит, я сейчас выхожу наверх, я сохранюсь на всякий случай. Кстати, а что по центру? Активировать двумерский механизм? А, то есть я сюда еще буду возвращаться, чтобы активировать двумерский механизм? А, то есть это я сюда его и должен буду засунуть, да? Вот то, что я соберу. Интересно. Ладно, тогда я сейчас выхожу наверх, получается, Скайрим. И заканчиваю на этом серию. Блин, как-то я подустал Скайрим играть. Знаете что? Это все зима. Я как-то не могу играть ночь напролет. Раньше мог, сейчас нет. Сейчас только пол второго ночи. Я уже такой дохлый, такой же уставший. Как-то я не знаю. Так, бля, а где выход? Чувак, как выйти отсюда? Фу. Я думал, что все жопа. Так. Окей, тогда тут я заканчиваю. Я сейчас пойду домой. Наделаю, короче, зелье. Что-то буду опять рыться в инвентаре. Ага, меня тут кирки, да? А у тебя есть кирка, кстати, у тебя? Ладно. Что? У него есть кирка. Нет, невозможно. Нет, невозможно. А у него нет, тоже кирки. Ну и хрен с ним. Тогда да, тогда я тут заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, можете поставить лайк, там, комментировать, подписываться. Все дела и все такое. Увидимся в следующей серии. И всем вам пока.